Доброго времени суток. Хочу немножко рассказать о топливном элементе, точнее водородно-топливном элементе. Можно сказать, аккумулятор, который работает на воде. Выделяется водород и кислород, и получается питание для зарядки мобильных видеокамер. Емкостной аккумулятор 1600 мА. Вот так вот он выглядит, как мы видим на картинке. Уникальность этой разработки заключается в том, что этот элемент не нужно заряжать, ставить его в розетку, чтобы он заряжался, а достаточно просто залить водички туда, и ток непрерывно вырабатывается. В размере 1 ампер, то есть 1000 миллиампер, 5,4 вольта. Беспрерывно, пока там есть вода. Этот водородно-топливный элемент работает на силициде натрия. Это такой химический элемент, который, соприкасаясь с водой, начинает выделять водород и кислород. Потом там внутри стоит мембрана, который, то есть этот газ проходит, и она вырабатывает 1 ампер. Очень удобная штука. Видим, да? То есть она очень удобна. В ней находятся некие контейнеры, в которые достаточно просто залить водички. И процесс выработки напряжения происходит, пока там есть химические процессы. То есть реально работает на кислороде и водороде. Выделение напряжения, еще раз подчеркиваю, происходит непрерывно. Ее заряжать не нужно. Единственное, что вот эти вот элементы, которые мы видим, они заменимы. Но для походов, если вы уходите куда-то в горы, куда-то в лес, это очень и очень удобная штука. Так что может заряжать камеру, телефон. Единственное, конечно, недостаток, что пока они это не разработали для того, чтобы заряжать ноутбуки. Но в ближайшее время, я думаю, это будет разработано и доработано. С этого начинается, и потом это все будет и больше разрастаться. Недавно я видел, как сделали квадрокоптер на водородно-топливной ячейке. Вот такое вот небольшое маленькое видео я хотел сегодня рассказать. Так что пишите комментарии, все, что вы по этому поводу думаете. Всем счастья, удачи и процветания.